Мокрый будет, да. Так, сейчас я попробую подальше через себя сделать. Это слишком близко. Вот. Нормально. Глина будет тоже. Какие облака красивые, хотите, покажу. Не, я люблю глину. Я раньше тоже глину вообще не любила, а потом прониклась. Распробовала, так сказать, поняла, в чем ее прикол. У меня здесь еще есть. Ну, тут она не паста, она ним как бы в пасту не тает. Да, с Геннадием. Геннадий всегда со мной, он просто мигрирует по лицу, поэтому как бы не обращаем внимания. Я вот сейчас кусочек пастилы, мой любимый сорт. От принцессы Милоежки замочу в пасте аноним. И мне кажется, это будет просто объедение вообще. What happened to when you swallow? I can't caca. If I swallow chalk and clay, so... Домашний вид, спасибо. После 4-часовой уборки назвать домашний вид, это прям... этот, как назвать... Очень корректно. Thank you. Главное, понятно. Хорошая жена. Ну, хороший показатель хорошести жены не выражается же в количественных часах уборки. Пасту делают из глины. Глину заливаете небольшим количеством кипятка. Она тянет в пасту. Я, блин, задолбаюсь тут гонять. Туда-сюда ездят, блин. I don't speak English, my English is bad, I speak English little, because I answer a question only in English. I haven't oral clay. Веснушки, спасибо. Это я еще, смотрите, сейчас я уберу. Вот все мои веснушки. Видите? У меня даже на губах есть. Останусь без фильтра. На YouTube, ну если только хруст выложу, на YouTube я не выкладываю. You English is good. Thank you.
Это не окей, это очко. Привет. Здесь, да, мел лежит, и здесь у меня всякие тарелки, там, глина и так далее, и так далее. Веснушки. Я знаю, я никогда их не стыдилась. Мне с детства нравились веснушки, у меня всегда они были. И в школе мне всегда все... Меня не дразнили, типа, конопатая, там, все такое. Мне, наоборот, говорили, типа, веснушки, такая красивая, ля-ля. Это не веснушки больше, а... Ну, часть веснушки, а остальное конопушки, потому что они у меня вообще не проходят, просто зимой их меньше, а весной, вот летом, их становится очень много по всему лицу. А зимой они уходят, остается половина. Так, миграция веснушек. Все-таки покажу вам облака. Смотрите. Какая красота. Мел мой в продаже, может быть, будет. Когда, не знаю, не могу сказать. Я все никак не получу свои... Ой, не получу. Не закажу себе мел и глину. Не знаю, я вообще эту передачу не смотрю, мне они типа не заходят. Мне ни пацанки не заходят, ни беременна в 16 не заходит. Не знаю, я... Ну, почему-то мне вообще не интересно смотреть на вот эту постанову. Какой-то мокрый, я не знаю, что это сорт. Глинкой, да, похрустю. Похрустю. Мужское, женское тоже вообще не смотрю никогда. Весельполе тоже люблю. И новый оскол. Прекрасные веснушки, спасибо. Я на ютубе смотрю, я телек вообще не смотрю. У меня всякое такое ржачное, я не только смотрю на откаст, смотрю всякие подкасты, Куджи смотрю, смотрю... Ну, иногда еще же письма, подкаст «Дела» обожаю с Сашей Сулим. Потом всякие вот эти передачи стендаперов, комиков. Вот, шутительное хоу, всякое такое. Телек я вообще не смотрю. Решалы. Что еще?
Girls, где девчонки стендаперы ведут, там женщин всяких приглашают. Севрюкова классический сорт мела. Вот если вы не знаете, что такое мел, вы попробуйте севрюкову, вы поймете. Он сухой, не жирный, крупинчатый, а мягкий. Вкус такой прям вот меловой-меловой. Да, орские они все сильно залипают. Невкусные. Я яшму обожаю, карамель обожаю. Прям это как в ней шарики лопаются, вообще кайф. У меня вот здесь остался один кусочек взбитой сливки от принцессы. Я вообще не помню, я его даже, по-моему, не попробовала, его весь продала, и, по-моему, вот это все, что у меня осталось. Сейчас я прополоскаю рот, маме его распробовать. Кайф. Прикольный сорт, он по цвету темноват, но он вообще не жирный, такой прям хрустящий. Вкус мне показался такой прям бумаги, свежести какой-то, свежей воды, прям вкус свежей воды. Ну, прикольный такой, нормальный. Ну, пастила, конечно, моя любовь. У принцессы Милоишки. Чародейку дает моя любимая глина. Белый шоколад, смотрите, я его пробовала только в виде пасты. Он был, зараза, вкусный. Но то, как он добывается, меня жутко смущает, поэтому я его больше пробовать не стану. И то я делала из него пасту, делала как? Я замочила в кипятке, пропустила через мелкое сито, потому что там было много мусора, камешков. Вот. Поэтому, ну, вот я бы все равно как-то не советовала. Что про перманент? Я не видела, у меня нет этого комментария. Не все комментарии высвечиваются. И май есть, да. Астана в запасах есть, но здесь у меня на тарелке нету. Здесь у меня розовая с печкой есть. Белый шоколад. Ну, там, смотрите, как продавец объяснял. Ну и вообще, короче, под меловой горой глина, дожди вот это все идет смело, с меловой горы это все, ну, как бы перемешивается, смывается в эту глину, образуется там большая лужа, они это все типа перемешивают и высушивают такими пластинами. Либо это была брехня, и, скорее всего, это просто продавец замешивает какую-то глину с каким-то мелом, сам дома просто вот крошку там берет, муку там или что-то, просто сам перемешивает это все и высушивает такими пластами. Вот одно из двух. Спасибо. Перманент бровей. Не знаю, я бы хотела для себя что-нибудь с бровями сделать, чтобы не красить их каждый день. Безусловно. Ой, я сейчас, честно, за маем идти просто, я не смогу долго искать. У меня тут так целая тарелка мела. Какая разница, какой это мел будет?
Вот, сейчас вкусноту будем кушать. Ой, какая красота, какая... Капоток! Как пахнет. Очень вкусно, очень. Даже такой хвойный вкус немножко есть. Нет, я не на даче, я дома. Я глотала, раньше всегда глотала. Конечно, раньше готовил в маленьких количествах. Ну, то есть вот такого куска мела мне могло хватить на месяц. Да. Я перестала готовить, когда начала снимать видео. Потому что в таком количестве невозможно просто глотать. Нет, я все-таки включу маску. Не могу на себя смотреть. Вот. Да. В таком количестве невозможно глотать. Посрать потом будет невозможно. У меня уже было такое, когда я посрать не могла. Я тот день не забуду. Какой вот этот стаканчик? Какой стаканчик? Мой маникюр стоит 1500. Можно дешевле найти. 1200. Так вот. Моя сестра за 1200 делает. Ну, она там еще доплачивает, типа, за каждый палец, если дизайн, там что-то наклеить и так далее, 50 рублей. А я, типа, ничего не доплачиваю, я могу любой дизайн попросить. У меня будет 1500. Мы у разных делаем. Так, что у нас тут еще есть? Просто глина твердая, не хочу зубы ломать. Это тушь, это... Это блогеры все рекламируют, на Валберес я заказывала, как это называется, на мэ как-то, мэ, не помню. Нет, у меня не наращивание. Я просто пошла сначала изначально с короткими, вот, мне сделали, укрепили просто хорошо их, вот, и... Наращиваем дороже, там 2000 наращиваем. Мне, короче, укрепили хорошо, и я их отращиваю. Вот я потом длину не убирала, еще раз сделала. Вот сейчас тоже опять длину не убирала, еще раз сделала. Манифест, да, точно. Манифест. Нет, не Maybelline. Нет, нет. Pretty nails, thank you. А что глина?
Love from Pakistan. Thank you. Yes. Проснулись опять музыку. Я гемоглобин свой не мерила. Я только планирую опять идти лечиться. Мне планово надо проверять. Желчный. Скажите вашему продавцу, чтобы не врал, лишь бы продать. Потому что это вообще никак не может способствовать пищеварению. Мел, он вообще никак не переваривается. Вообще никак не переваривается. Он как в вас вошел, так из вас и выйдет. Понимаете? Во-вторых, он вызывает несварение. Потому что он не переваривается. Логично, да? И мешает другим продуктам еще перевариваться. Если вы употребляете много мела вообще и мало воды, у вас будет жутчайший запор. Вы не сможете покакать, вы порвете попу. У вас будут анальные трещины. Потом может начаться геморрой. Это все очень-очень плохо влияет. Вы будете чувствовать, как эти камни идут у вас по кишкам. Это будет боль, это будет дискомфорт. Просто когда мел попадает в желудок, начинается тошнота. Я его даже не глотаю, но когда я долго вот сижу на прямом эфире, грызу, все равно же что-то попадает. У меня потом начинается несварение, то же самое. Если вы едите много мела, много пьете воды, у вас будет, наоборот, диарея, вы будете сраться. В общем, это очень плохо влияет на пищеварение. Во-вторых, если использовать мел, как там врачи иногда советуют, для получения кальция, тогда его нужно употреблять с витамином С. Потому что кальций в чистом виде в желудке не усваивается. Нет такого фермента, который ферментирует вот этот витамин С в чистом виде. Он только в кровь попадает, уже только в паре с кальцием. Вот так вот. Поэтому, если вам такие вещи говорят, сразу, ну, как бы, ну, я бы у этого продавца лучше не покупала больше. Тушь нравится, да, мне очень нравится. Тушь это, знаете почему? Она очень легко ложится. Она как будто такая, она не сохнет, очень долго не сохнет вообще. И она, в смысле, в тюбике, не на ресницах. И она очень так ложится прям гладко. Вот я не знаю, как объяснить, без комочков. То есть вот как будто, знаете, как будто она гелевая какая-то. То есть он так на ресницы легко ложится, легко накладывается. Без вот этих вот, когда вот Vivienne Sabo мне не нравится. Во-первых, она сильно сыпется начинает, когда высыхает на глазах, и она быстро сохнет, и в тюбике в самом быстро сохнет. Ну, короче, вот, она хорошо, конечно, красит, но мне вот эта тушь намного больше понравилась, намного. Я ей уже пользуюсь, я не знаю, сколько месяцев, а она как будто новая в тюбике, вот я вам серьезно говорю. Она прям, ну, она вообще не засыхает, на удивление. Обычно туши у меня быстро прям сохнут. Что глина? Глина тоже самое. Но глина, я не знаю, многие говорят, что в глине типа есть полезные вещества, но ее нужно правильно употреблять, делать, разводить с водой и что-то там пить, чтобы какие-то эти микроэлементы у вас там где-то всасывались. Здорово жить посмотрела. Тушь показать. Сейчас принесу. Это запасы. Ну, там мало совсем, я еще не разбирала, там совсем чуть-чуть осталось. Я всю косметичку приперла. Так. Вот тушь, манифест. На Wildberries она продается. Может, на Озоне тоже продается. В магазинах не знаю. Lavant Laboratory называется, вот. То есть манифест. А еще у них сейчас вышла новая, по-другому как-то называется. Я хочу тоже ее попробовать. Вот я говорю, я ей пользуюсь. По-моему, блин, чтобы не сбрехать, с марта месяца. Вот она, видите, она до сих пор, слышите? Как новая открывается, вот смотрите. На ней еще тушь свежая. Ну, короче, блин,
Кайф, а не тушь. И объем большой, кстати. Нежится. Уральская — это вообще не глина. Вот уж про уральскую, так и там вообще просто говорить даже не нужно. Мне дальчики не уехали. Облака, белокрылые лошадки. Да, я обожаю вид. А, сейчас еще покажу. А ночью вот это все светится огнями. И тут прям так красиво, как в Париже. Там, ой, вам не видно, тут вот, я не знаю, видно, вышка еще, она тоже вся светится, и прям Париж. У меня свой Париж. У нас, кстати, завтра с мужем 7 лет свадьбы. А, вот, и, блин, я, короче, заказала себе в подарок кальян. У меня теперь будет свой кальян. У меня балкон открытый. Блин, только от комаров некуда деваться. Я сяду теперь, там поставлю себе стульчик, столик. Буду чилить с кальянчиком и смотреть на ночной Волгоград. Ну, у меня, правда, тут не Волгоград, а по городской области, да, городище. Ну, тоже нормально. Ой, спасибо. Да, 7 лет, представляете, уже прошло 7 собака лет. А вместе мы 11. Вот так время летит. Медная, да, свадьба? Прикольно, спасибо. Скажу ему, чтобы мне медный таз подарил. Чтобы в трудные времена сдавала его. Сдать его можно было. Мокрый пломбир. Спасибо. Облака так быстро бегут. Офигеть. Ракушка какая-то. Ему что в подарок? То, что я сама себе сделала подарок. Но это нам подарок. Но он кальян не курит, поэтому пусть идет в жопу. Я не на вас, что наши интересы не совпадают. Я не мама. Грязь топ. Мам, можно погулять? С кем? Ну там есть. Кто? Ну там много. Ну кто? Я никого не люблю. Справедливо. В пломбире, да, дофига ракушек. Я кальян обожаю. Я под себя вот заказала маленькую чашку. Я люблю прям слабенький, чтобы сидеть. Можно было спокойно и дымить. Что вот это сразу по шарам не давало. Я вообще такое не люблю. Ненавижу это чувство, это ощущение. Короче, про грязь. Грязь вообще топ. Я такого в жизни не видела. Ни одно косметическое средство так не справлялось. Я вам отвечаю. Я намазала лицо. Она настолько вычищает поры. Все поры светлые, чистые и суженные. Это просто шок был для меня, честно вам скажу. Просто шок. Я еще сестре отлила, она тоже там мажет. Обзор косметички. Когда поедем за Милкой, пока не знаю, честно. Здравствуйте, хорошо, что зашли. Блин, ну тут ракушки, но я не буду с девчат это рисковать.
Я поэтому на мужика со своей кальяной и появилась. Не поняла. Повелась, может? А, у тебя у мужика своя кальянная? Завидую, классно, везет. Грязь, это я у Ани была в Анапе, там вулкан Шуга, и там природный вулкан, грязевой, и он вот эту грязь извергает. Добрый вечер. Обзор косметички. Обзор моей косметички. Расскажу только, чем я пользуюсь. Вот этот брала гель для бровей, говно. Вообще не видите, он вообще не держит. Он еще повелась. Нет, сегодня не только мел. Он еще тянется, как сопли. Скульптор, как видите, кончился. Это хайлайтеры остались. Кстати, очень прикольные. Особенно вот этот мне нравится. Тени для бровей у меня две штуки. Одни просто... Здесь просто такая, типа, такой воск. И одни цвет кончился, которым мазать. А здесь нужный мне цвет. Легкие болят, это как. Потом купила вот такой Vivienne Sabo скульптор. Говно вообще. Но скульптор, сам цвет, ничего такой, нормальный. А вот это румяна. Они, короче, вообще не румянят. Они тупо блестят. Как хайлайт. Потом взяла румяна Vivienne Sabo. Ну, цвета такие себе. Не очень мне понравились. Пудра тоже Vivienne Sabo. Она все вся блестит. Пудра. Надо было светлее брать оттенок. Желтоват для меня. Это просто зеркало мое древнее. Мой не мой любимый, но один из любимых гель для бровей Vivienne Sabo. И мой любимый гель для бровей Art Visage. Экстра сильные фиксации. Обожаю вот эту базу под макияж. Очень мне нравится. Очень хорошо увлажняет, не жирнит лицо. Вообще, как BB-крем работает. Ну, тушь я уже показывала, манифест. Этот. Консилер. L'Oréal. Понравился мне, неплохой. Вообще, раньше любимая моя тушь была вот эта, Oriflame. Бля, она вообще была охеренная. Мой любимый карандаш Vivienne Sabo. Видите, у меня грызочки такие. Не помню, какой оттенок. Ну, вот такой карандаш для губ есть. Что такое карандаш для бровей? Но он так себе. Кисточки. Спонжик. Кисточка. Еще вот такой есть карандаш, но он слишком рыжий. Короче, я взяла, мне не подходит. Щипочки, точилка, подводка обычная. Я ей не пользуюсь уже с прошлого года. Вообще сейчас не крашу подводкой. Только я взяла Unilook. Он, короче, сильно персиковый оказался, но им как раз прям кайф синяки замазывать. Персиковый хорошо замазывает. Все. 100. У меня в косметичке ничего лишнего никогда не лежит, только чем я пользуюсь. Да, да, я тоналку вообще не наношу, я только консилером пользуюсь. И вот эта база мне очень понравилась. Прям неожиданно было. Вдыхаешь дым, очень больно. Ну, блин, я не знаю, бывает такое. Ну, не знаю, что там в составе, я не читаю составы. Я взяла и вроде нормально. Да, у нас еще светло, солнце еще не село. Даже оно еще как бы даже не у горизонта. Сейчас, секунду. Ну, все, на качелях катается. Так, глину там хотели. Ну, давайте погрузим глину. У меня тут есть сакура. У меня нет киргизских глин.
Здравствуйте. У нас сегодня еще один выпускной был в школе под зависами. Там вообще... Здравствуйте. 11 часов. Час ночи. У нас 7. Hi, beautiful. Hi. Thank you. Эфир идет 40 минут. Короче, выпускной прошел хорошо, все нормально, конечно, замучились, устали в этот день, шатались. Вот, тут ничего, нормально. Как птицы быстро пролетели. А сегодня был еще один выпускной в подготовительной школе. Там вообще было прикольно. Дети сами не выступали, выступали для них учителя. Там типа был Карлсон, Фрекенбок и Матильда. И давали детям, там было у нас две группы. Давали им маршрут, типа им нужно было пройти по кабинетам и пройти там задание. И мы, родители, тоже участвовали. Я там в викторине жгла. Я одна на все вопросы отвечала, родители вообще ничего не знали. Там был первый вопрос, кто современный предок тираннозавра Рекса. Вот, я сразу ответила. Потом, какой частью речи является «ура». Ну, короче, много еще чего. В итоге, короче, в конце был вопрос, селедка речная или морская рыба. Я сказала, и речная, и морская. В итоге родители все выбрали ответ речная. А правильный был речная и морская. Я говорю, вот, был, слушайте, я же говорю, и она и в реке водится, я знаю, и в море водится. Окей. Нет, сейчас нет камешков аноним. Вот я говорю, мы с утра были на выпускном, потом приехали домой, что-то туда-сюда покушали, убиралась я остальное время. Очень умно, спасибо. А, мокрый вэтчок. Да, у нас в Волге, да, есть селедка, есть и финская селедка, например. Name this chalk is beautiful layer. Я хрен его знает, как сказать. Красавчик. Предок курица. Часть речи «Ура» междометие. I buy this in my country, in Russia. Chalk paste, I don't make chalk paste. Ой. Про этот топ, это не топ. Это, видите, с лосинами. Тут вообще такая история. У меня сестра, короче, там у нее знакомая. Заказывает, короче, прям дешево. Я так поняла, с садоводом вещи. И у нее на фотках, ну, такие нормальные вещи. Все, что вот это на Алике продается, на Wildberries. И там был вот комплект. Девочки, ну я вам потом покажу. Он совсем по-другому выглядел. И он типа там, ну, стоит, я уже не помню сколько. Я заказала комплект мужу, две футболки, еще шорты, штаны мужу. Дешево, в общем, было. Вот.
И, короче, пришло это все, и оказалось, это все такого качества говёного, что я охуела просто, если честно. Но вот этот комплект как бы недешево стоил, такие на Wildberries, на... Ну, вот ему красная цена, блин, я не знаю, 500 рублей. Во-первых, посмотрите, рукава как сделаны, дырки. Там было вообще, что вот так вот должно быть. Во-вторых, ткань, это, ну, хлопок. То есть это не такая, не эластичная вообще ткань. Про шорты я вообще молчу. Резинка не вшитая. Она вот так вся скаталась вот здесь сверху. Все мне вот здесь передавило. Поэтому это ужас был. Я рассчитывала так на этот костюм. На лето. Работаем? Работаем, девочки? Девочки, работаем? Нет, не работаем. А, все, работаем. Сейчас минут идет эфир. Without any filter? Окей. Садовод еще раз рассказать. Короче, заказала я, а там все оказалось говно качество. Вообще не то, что на фото было. А я очень разочаровалась, как говорится, скупой плачет дважды. Надо было лучше добавить денег и взять нормальные вещи. Мораль всей басни. You look even beautiful. Thank you. Так, что у нас тут еще? Английский где учила? Не поверите, в школе. Нет, не шопилась. Даже, блядь, интернет охуел от моего английского. I don't have some thief. Because I don't eat big bites. The big bites. Не знаю, короче, я. Когда я там the, а говорить. That's okay. Вот. Вот. Так, что еще? Что еще? Еще давайте глины. Сахар похрустим. Мел майский мне очень нравится, вкусный. I like wet chalk. Я просто приболела, когда мы приехали с отпуска. Я не знаю, бывает у вас такое, у меня небо отекло.
небо отекает и болит. Я вот когда простываю, и вот у меня еще не до конца прошло, поэтому небо болит. Так, замочила взбитые сливки. Красивые снежки, спасибо. Секунду. Все, катаются на качелях. Так, у меня тут паста аноним. Сейчас еще что-нибудь замочу. Что-нибудь замочу. Угу. Что-нибудь такое. Потолще. Зубов нет. Так что едим как можем. Надо воды чуть-чуть добавить. Блин, аноним, вот она никак в пасту не тает. Она просто растворяется. Не растворяется, а распадается. Все. Я же говорю, паста аноним. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я замочила взбитые сливки. Давайте попробуем. Потому что, говорю, я этот торт так и не пробовала сама. Я его почему-то весь распродала, у меня один кусок всего остался. В сухом виде мне, ну, нормально, не понравился. Не скажу, что прям вау, там что-то, да? Но пахнет очень круто. Выполнять задания те, что были в лагере? Нет, к сожалению, не буду. В мокром неплохой вкус. Мне даже, наверное, больше нравится сырости такой. Спасибо. Инстаграм задолбал. Опять теперь эфиры не переключаются. Не по часу. Больше часа. Говорила. Как говорится, если ваше мнение не меняется, значит вы ничего нового не узнаете, не растете. Мнение должно меняться. Иначе вы не развиваетесь. Я говорила, может быть, именно про гель-лак. А это я пошла и сделала. Честно, я пошла, просто попробовала один раз. Мне очень понравилось. Поэтому теперь я делаю. Что изменило мнение?
говорю же, мне не нравилось гель-лак, то, что он у меня слазил. И когда я первый раз тоже делала не сама, не делал мастер, он у меня также слазил пленкой. Поэтому я не видела смысла, типа, отдавать столько денег, хотя она мне делала, типа, с укреплением. Я не знаю, что она мне делала. Как сейчас делают ногти, совсем, мне кажется, прям небо и земля. Они, во-первых, очень крепкие, а у меня свои очень тонкие ногти. И у меня очень сильно ломаются. И я с этими ногтями просто кайфую. Просто кайфую, что у меня нормальные ногти, они, блядь, не гнутся, не выгибаются, наоборот, наизнанку пополам до середины ногтя. Я не испытываю этой адской боли. Я их не ломаю. И, ну, короче, я кайфую с ними, потому что они очень такие... Нет, у нас не ремонт. Здесь, в принципе, в этой комнате нет ремонта, потому что она была ничейная. Но мы планируем здесь сделать детку. Да, никогда не говори никогда. Это точно. Я говорю, вот у меня то, что ногти тонкие, и у меня гель-лак сам вообще практически не держался. То есть, если просто накладывать чисто базу, гель-лак, топ, вообще не держится, как обычный лак. Вот пленка слазит, потому что ногти сразу загибаются. И, короче, ногти сгибаются, и он, получается, отходит. И все, и ты хоть что делай. И вот я говорю, первый раз пошла, но мне делали с укреплением. Но, видимо, как-то... Ну, я с ними проходила, ну, наверное, 2 недели. С этим я хожу больше месяца, им вообще похеру. Мне просто уже стрёмно ходить, то, что сильно отросли. Как было у Ани, отдыхать вы имеете в виду? Все отлично, вообще супер. Нам очень понравилось. Мало только жалко. Я только окна помыла, такая туча идет. Если ты, сука, сейчас польешь, блядь. Я тебя заставлю окна мыть. Не знаю, я тебя убью просто. Ну, в этом году нет, Кани точно нет. Дербент. Хорошо. А это где именно Дербент? Нет, у меня запас осталось мало. Песочный. Точно нет нам, потому что за границу никуда нельзя, ни в Абхазию, ни в Казахстан, даже вообще просто за границу России никуда нельзя. Нет, зачем мне с Wildberries мел заказывать? Планирую делать заказ летом обязательно. На меловые горы еще не ездили, планируем. Хочу сейчас ездить на новые горы, в другое место совсем, на другую речку, другой берег. Ну, вот пока не знаю, мы все планируем, но у нас пока времени нет, когда мы поедем. Пока не могу сказать, не знаю, честно, вообще. Ну, понемногу можно, а я уже килограмм нагрызла. Хотите килограмм мела проглотить? Я не хочу потом кирпичной фабрикой работать. Мне не нравится. Мне нравится жопу рвать, как говорится. Да, да, да. Это не еда. Отлично, в эфире посидели. Хорошо, спокойно, без всяких, как там говорится, как обычно. Без всяких адекватов. Геннадий передает вам пламенный привет. Всем спасибо за эфир. Люблю, целую. Скоро увидимся снова.